Либералы, демократы, либералы. У меня глючит загрузка. Я слышал разведсводки. Они говорят, что изучил. Устроил десяток. Да, не думаю, что десяток. Враг сзади! Вот же чёрт! Престон, стреляй! Стреляй! Ты чё так долго перезаряжаешь? Чё за хрень? Вообще, я не понял. Я пока его убью, пока вот эта хрень пройдет, я не знаю, что это такое. Загрузка не будет. Слава яйцам, пушки. Только без патронов почти. А. Чтоб их. Двадцать пять патронов всего. Всегда на этих есть эта коллиматорка. Почему-то. Странно. Патроны. Отлично. Чёрт, подожди, ещё идут. Найдите оружейную комнату. Я обслужил разведсводки. Вижу пехоту! Открыть огонь! Кто это сказал? О, подождите, давайте посмотрим. Just Eat It, Kiwi. Я не знаю, да, но... Причем тут СССР, крайний ММА чемпион. Нанесение увечья. Сиси? Нет, Гуф. Подождите, Гуф же умер. Ладно, не важно. Блин, заело. Так, отлично. Это скалярное оружие, я так понял. Походу, только божья длань эту дуру пробьет. Или тонну С4. Только самолет при этом разнесет нахер. Помнишь расположение приборов в кабине? Да, все ништяк. Не парьтесь. Ну чё, кто здесь умеет водить самолет? Я! Ладно. Мост еще предстоит перейти. Пошли. Я умею, ты чё? Реально, я умею. Ладно. Я не умею. Так, достали играть в прятки. Готово. Пошли. Они за дверью. Мы врываемся, а ты на подхвате. Как пойдет дым, мочи. Подожди, мать их, тут негде спрятаться. Есть немного. Подожди, меня тут мочат. Перезаряжай быстрее. Да ладно, сейчас весь самолет развалится. Пока мы пройдем, уже не будет самолета, как в Call of Duty Modern Warfare 4. Эпилог, помните миссию? Кто помнит, ставьте лайк. Ну, конечно, кто играл. Так, отлично. Что за пипец? Мы в 130 километрах от Техаса, но быстро приближаемся. Сержант, времени нет. Господа, состав, переданный вами, защитит нас от взрыва. За это я вам крайне благодарен. Счастливо. На самом деле, мы, конечно, могли заглянуть в оружейную. Да, но... Ну и хер с ней с пенсией. Все равно скукотища. Че? Ничего не понял. Вы опоздали. Мы почти в эпицентре. Не думаю. Давай. Что?
Что вы делаете? Назад, ребята! Эй, шоу начинается. Шоу, шоу. Не бойся, то самое. Шоу. Чё сказал? Сам не понял. Марлоу! Каким грёбаным макаром? Эта дура падает! Быстрее! Где Кириленко? Пошёл, пошёл! Да насрать вообще. Понеслась, поехала. Ну чё, Кириленко, давай поиграем в игру под названием «Убьём тебя и сами поврём». Кириленко готов. Парашют дай! Гони парашют! Мой парашют! Мой! Отлично! Все. Все по разным сторонам приземлились. Кириленко убили. Мы в Техасе! Добр, родной мать вашу! Ладно, ладно. Все равно рано или поздно в гости бы заехал. Что теперь будем делать? Сержант, чего молчите? Ха-ха. Лучше спросим Марлоу. Благодаря ему я теперь официально на пенсии. Отличная Отлично. Работа, Марлоу. Да ладно, черт, Суэйтс, а ты как? Не знаю, было круто, конечно. Но все равно, спецназ не по мне. Короче, возвращение нужно конкретно отметить. Есть тут одно заведенице и девчонка, Шанталь зовут. Такой вытворяет. Зод, равняй смирно. А, окей. Это норма. Господа! Сэр! Больно! Примите искреннюю благодарность от правительства США. Теперь прошу извинить за плохую новость, но вы отправляетесь со мной. Чё? Для чего, сэр? Русские. Вторжение. Сэр! Вторжения не будет. Мы только что взорвали их ебаную пушку к чертям собачьим. ПС! Отбой вторжения, сэр! Не здесь. Они вторглись через Аляску. Аляску? Порой бывает хреново, когда оказываешься прав. Все, прошли игру, да? Да, Вася, да. Или там еще Аляска. А, вон они. А, ну. Ничего не понял. Через Аляску. Да? Через Аляску, да? Че это? Идите нафиг. Ой, простите, пожалуйста. Какая-то хрень произошла, и я ничего не понял. Они вторглись через Аляску и всех перебили. Ну как бы вам объяснить, это не очень непонятно. Что произошло? Вам понятно, мне непонятно. Так. Ну я охренел, я сейчас на ничего не понял, короче, мозг вынесли мне. Говорят, офигенный сюжет в этой игре. Не увидел, честно, не увидел. Обычный сюжет, не знаю, где сюжет. В жопе где-то застрял. Музыка хорошая, геймплей хороший. Сюжет где-то в жопе шатается.
Он не такой, конечно, плохой, как в Battlefield 3. Battlefield 3 мне даже показался там не получше там. Нет, там похуже даже. Тут получше, тут как бы предательство, все да все. Но я ничего не понял. Потому что они вторглись через Аляску и всех убили. Это норма. А с вами был я, Блэкс, и всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока.